Идем, идем, считай. Было бы хорошо, есть было, можно было бы купить. Вот,
360 это сколько?
Да, пойдем.
Вход в карстовые пещеры. Слышишь? Посмотри. Тань. Пучкош. Пучкош.
куча серая, куча кожи. А камни холодные? Иди, мама, иди, мама. Таня, ну, я же тебя прошу. Опять пополз туман. Андрюш, опять пополз туман. Пойдем сейчас куда-нибудь присядем, поедим. Вон он, здесь написано. Ой, они показали фотографии, где они в пещере фотографировались. Там... Мощная. Ой, какая. Не надо дальше. Вот уже эхо пошло. Да. Ау! Эхо! Давай! Ау! Красиво! Как колодец! Ага, глубоко! Ну, очень, она очень глубокая! Надо же, дерево выросло. Да. В такой расщелине, в камне. В камне выросло это дерево. Оно не там выросло, оно росло на поверхности. Она очень глубокая, ну, да. Наверное, метров 30. Нет, а потом подъела, да, да, больше. Или больше, да. Там 40, а здесь, наверное, это очень глубокая пещера. Там называлась Учкош. А вот интересно вот это. Ну, здесь, наверное, много таких пещер, я так думаю. Таня. Да. Ваш кулек чуть не упал. Плата о Петре, в тумане. Запах замечательный. Танечка, в тон. Ой, это дерево красивое. А? Дерево красивое. Да. Вот оно удивительно. Ой, я сейчас хотела красиво его увидеть. Оно... А дерево, видишь? Знаю. С параллельной кроной. Знаю. Так вот, все, тебе вообще нельзя из себя пускать. Нельзя просто. Прекрасно, да? Уже покажу. Подошли, девочки. Дальше они уже не идут. Тебя сюда так. Ну вот, очень хорошая все.
Ну и что, слышал звук? Какой? Ну скажи что-нибудь. Над пропастью я стою. Ой, боже мой, ой. Ой, идем. Так, теплее. Скуточка. Да, уши закрылись, увы. Вот на какую высоту нам предстоит еще подняться. А чего он не снимал, когда уши были видны? Да он пока распаковался. Да. Парни такие нехорошие. Надо подождать, пока не да. Как же туда могли окинуть и забраться? Да, посмотри, Андрей, посмотри, как да. Интересно. Да, это вулкан. Как они построили эту дорогу, Таня? Угу. Канатную? Да, это впечатление. Если бы еще был поляроид, вообще было. Фотоаппарат.
сказка, да? Не верю. Да. Нюша, мы же еще не идем. Как хорошо, да? Сейчас откроется, ты знаешь, такое вообще. Сейчас откроется. Обсерваторию заснял. Шары красивые. Обсерватория красивая. Но кто-то туда доходит. Вот можно. Как лыж? Лыж давай не горят. Здесь прокатывается. Здесь лимон. По фенерикам. Горный обвал. Да, все обвалилось. Дорога, конечно, очень красивая, но не реставрированная фактически. Вот здесь вот был обвал. Красиво. Оригинальной формы деревьев в скалах. Спасибо, да?
Молодой человек, можно вас?
снимем. Ну, это те книги, которые у Чехова не стояли, мы просто так типологически положили.
Но стулья сохранены, да? А? Стулья... Ну, где... все чеховское, да. Все чеховское. Все чеховское. Стулья и для разрезания бумаги. Да, Дмитрий, вы можете, там у нас есть книжечка, но мы там... Я потом распишусь. Да, не в этой, другой. Да, очень красивые. Вот это тоже старинные для разрезывания бумаг, книг. Очень красиво сделано. Необходимый предмет был. А это не перчеек. Все чеховское. Который всегда носил с собой чех. Он раскладывался. И во всех путешествиях был с ним. Удобная вещь. Правда? Это подлинная? Красивая? Да. Удобная, подлинная. Да, вот здесь немножко заштопанная, но это подлинная. Да. Медный самовар. Без медного самовара никуда. У них здесь вот и чашечка. Чашечка кузнецовского фарфора. Замечательно. И неизменное кресло-каталка. Какими были Ялта, Тильбер, имение Петра. Такой здесь вид замечательный из окна. Прелестный вот этот скалы, уточки. Очень красивый. И воздух чистейший. Да, его здесь хорошо писалось, конечно. Вот это басовская акварель, которую он подарил, висит в осеннее Подмосковье. Сюжет, который был бы, наверное, дорог Антону Павловичу Чехову. Да. Потому что он не любил Крым, а Крым называл парикмахерским, Ялту называл парикмахерским городом, теплой Сибирью, Малой Азией. Ну, он вынужден здесь жил, конечно. Ну, конечно, потому что из-за болезни он здесь должен был жить. Вот. Сердце его было отдано средней полосе России. Да, а вот у меня сердце отдано Крыму. Вот как странно. Так вот. Не люблю я среднюю полосу. И у Лугашкова тоже самое, Крыму. И его редкие, да, интересные. Чехов, Данченко. Да. Он был Павлов, то есть даже не идет.
такие важные персоны. Андрей, все, спасибо. Зачем? Ну как зачем? А для того, чтобы снять фильм, надо иметь такой... Ну, допустим, Андрей уже снял фильм. Ну что Андрей снял? Мы сами хотим снять. Если... Да. Мы сами. Все, а теперь вот надо выйти туда, выкатиться в бухту и там делать панораму, прям проехать. Влево направо, справа налево. С выходом на крепость, на Генерал.
Дом творчества. Художник Коровина. Thank you.
внимание, вам просьба подготовиться. Катаре. К вашим услугам не подходит, не работает, да? Там расположены центральные техники подхода в 21-го борта. Thank you.
наши пришли, выпили, шесть человек посидели. Говорите, 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 расстройте. Ну вот, и потом это... Да так, как будто вы не замечаете его совершенно. Посидели, мы несколько жен. Мужики попили там, отметили праздник, и вышли, и мы пошли домой. Ну так интересно, я первый раз себя видела. А нет, вообще со стороны это очень любопытно. Во-первых, ты... И цветное было. Цветное. Но это ведь тоже цветное будет. Вот если вот на экран проектировать, но это нужно специально только машину иметь. Не на экран, а на телевизор. Да, через телевизор. Это через телевизор. И вы себя видите совершенно. Да, вот мой по телевизору видел себя. Да. Мы сели нас как вот в кино, пригласили в этот зал, и мы себя видели. И очень быстро, ведь как это так могло получиться? Ну, вот прошло несколько времени. С разговором, со звуком. Да. А так, вот такая же у него черная, но вот белая штука я не видела. Черная только. А это закрывает вот экран. Это экран же вот такой, видите, где этот глазок. А это мы сидели все в рядочек. И повыше лавочки есть, и пониже, вот в Ясной Поляне, площадка. Вот на этой площадке мы на лавочках сидели. И когда он ведет камеру. Все, и мы попались. И смотрели, где у них бельевая была, все, деревянная. Где ванная была. Ну вот там ванная, там очень красивая плитка. Там и корабли, и голубая плитка. Да. Вот очень красиво. Ну там вообще впечатление, конечно, удивительное. Там все панели из разных сортов дерева сделаны. Ореховое дерево, красное дерево. Это уже после. Да? Это после. Да. Ну это на первом этаже, на втором этаже не было. На втором этаже тоже есть. Да? Там на втором этаже 5 комнат или 4 комнаты. Но панели на первом и на втором этаже не было. Может, при нас, без нас поставили. Может быть. А так вы когда заходили... первый этаж там и камины вот эти вот резные, деревянные, очень красивые. И вот плитка, да, вот и на, здесь была плитка, да, тоже, ну, с метра высоты, да, плинтус деревянный. Да, плинтус деревянный, и дальше деревянные вот тут все такие панели вот идут. Очень красиво. Там как входишь, фотографии членов семьи, ну, он не был ни создателя. Разу. Он что-то построил, а жить не жил он, ну, Александр III. Ну да, он там мало было очевидно. Потом. Это было дальше. Он никогда Сталина. Там не был. Он только назывался. А, он даже дальше ездил. Он этот был. Здесь был Брежнев и американский миллиардер. Он еще с Лениным виделся. Вот, он не так, ну, может быть, в 93-м году он еще выступал. Выступал этот миллиардер американский. Ему уже было 80 с лишним лет. А с Брежневым он встречался в каком же году? Брежнев умер в 82-м, в ноябре, 10 ноября. Да. И вот, наверное, в 81-м году этот миллиардер приезжал туда с женой и с Брежневым. Да. А мой дедушка умер 10 ноября 81-го года. А вот, а Брежнев пережил. Да, Брежнев 7-го года. 7-го. Да, и он родился 19 декабря над его Николаем. А дедушка с 3-го. Николаем, а его назвали Ленькой. А, вот так, да? Да. А вообще, говорят, он был по национальности так называемый караим. Это крымский еврей. Караим. Это Брежнев? Да. Даже у него... Так это.
холодильник, конечно. Нас не будет, а это все будет еще. Это вечно, конечно. Теплота. Еще вниз спустись, сними, там тоже. Суповский дворец в Каризе. Сейчас отдыхают богатые люди.
же не верится. Неужели мы спускали Сайпетру своими ножками? Такая, да. Вся панорама южного побережья отсюда видна. Вон Дюльбер. Есть Исуповский дворец. А там Воронцовский, по-моему. Воронцовский, Саша. Вон. Близко. Видно Воронцовский отсюда. Да, близко. Воронцовский Айпетри. Близко. Видно вон Айпетри, гора. Да. Красавица. Пальмочка начинает расти, молодая еще. Церковь в Поросе.
санаторий Форос на заднем плане. И вот это замечательное здание историческое, в котором встретился Горький с Шаляпиным.
всем хорошо. И ветвистые все. Парис, да, уклонилась так интересно. Аркой. А здесь была дача Горбачева. Охранное заграждение по всему побережью. Бывший дом Кузнецова. Контакт замечу. Да, 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 да
Мы не... Мы другие. Другие, да, не это самое, не Майер. Вот. И вот он не смог... Майер все равно. Работает. Лишь бы у него был успех. Таким, каким. Да, он организовался не так. Да. Хотя так много, он блестящий, да, он близкий. Блестящий, да, он близкий. Да, это самое. Хотя он работал, но там, да, почти, там, все. Да. А я так и поняла, что не было. Не было такой известности. А что он при... Да, ну, конечно, я и говорю, что мы сейчас... Потому что это только... Ему не интересно.
я, правда, небольшой знаток вот музыки, я вам сразу скажу. Ну, нет, вот но... Генри останется. Правильно, вот. Один из моих любимых работ. Совершенно верно. Даже я его больше люблю, допустим, чем Моцарт. Моцарт слишком роскошный. А Гендель более строгий, а, да. А Гендель, он... А знаете, кто-то сказал, более, не помню. Вот, ну, да. Что ли, да, он, может, и сдержан, но вот, как говорится, вот это самое... сравнение. Он не позволяет себе вот, вот как Алина говорит, что вот надо петь, если то надо. Да. Спокойно надо все делать, да мыслимый это другой человек. Ну, да. Чтобы была возможность потом. Ну, да. Ну, а я сейчас вспомнила сравнение из таких значительных музыкантов, кто-то сказал, что Бах, то есть сравнение, это храм. Да, Бах он был... Это храм. А Гендель... Никогда. Дворец. Не самое. Дворец. Не сдерживал. Бах работал. Потому что более роскошный Гендель, более масштабный, да. Может, но Бах это храм, это то сущность, да. Та, что это есть в человеке, человек, это вообще... Какой-то таинственный. Совершенно один был в жизни, и другой был в музыке. Да. Да, вообще уникальная личность во всех просто смыслах. Просто был такой вот человек. Знаете, источник, который питающий. Я читал о нем литературу, да. Там, ну, вроде обыкновенный. Организм, да, обыкновенный. Такой отец своих детей. И вдруг создал такой педагог. Колоссальный мир. Но сколько его открывали. Ну, человек тоже, вспомните, только Мендельсон Феликс, спустя уже 200 лет, он его, собственно, сделал открытие Баха. Да. Настоящее открытие Баха. А ведь это тоже был неизвестный в свои, так сказать, свои мирские годы. Да. Он да. же был малый, вот, он органист. Да, органист, получал церкви. Какую-то писал педагогическую да, литературу да, для своих да, же по детей и по заказам, для своих же детей, чтобы они обучались. Ну, обыкновенный был, да. Никто не думал, что с ним рядом великий человек и мастер. Мастеровой. Не да. К нему так и относились очень. Да. Как мастеровой. А потом оказался такой мир, что до сих пор композиторы ковыряются, изучают на ежедневно, что же такое Бах, кто же такой Бах, что он сделал в музыке. Видать, жил рядом, поблизости от Господа Бога. Да, точно. Ну, правильно было, именно храм.